Всем привет, с вами Михаил Супер, продолжаем играть в Мафию 2, друзья, на всю жизнь. И вот я решил затестить, а что будет, если самая неубиваемая тачка в моде, а это Лада Приора полицейская, ну, мы ее как бы раздолбаем, краш-тест проведем. Насколько она безопасна и, в общем, разрушится ли она или нет. Вот у нас есть одна тачка. Давайте ее возьмем, избавимся от ее владельца по-быстрому. Вот, сейчас мы разгонимся. Понял. Очень аккуратно. Вот. Поставлю автомобиль ясно. Здесь. Утекай, чтобы нам никто не мешал. Разрешаю открывать огонь. Так. В принципе, описание. Вот отличное место для старта. Можем начать. Так. Сразу выберу максимальная скорость 3. Ну что, стартуем? Все, отличная приорка, летит прям. Первое столкновение, деформируется кузов, причем очень сильно, как мы наблюдаем. Отпала одна дверь и, в принципе, заглохла. Но ничего, мы можем это отремонтировать, пофиг, что тут инжектор. Капитан Шестеркин знает свое дело. Ремонтируем быстренько руками двигатель. Отлично. Садимся снова в нашу замечательную приору. Как итог, она едет. Ну, естественно, едет. Давайте попробуем еще раз. Посмотрим, сможет ли этот автомобиль выдержать второе испытание. Вот я боком лечу. Как бы. И еще одна дверь отпала. Автомобиль управляется, в принципе, но мне кажется, с ним что-то не в порядке. Давайте попробуем его завести и посмотрим, что из этого будет. Итак, ремонтируем на глазах у других полицейских наш крутой кар. Ну что, давайте в них чуть постреляем. Эта машина не простреливается. Присаживаемся, значит. Так, ну что, поедем? Или будем ждать кого-нибудь дядю Стёп, пока нас тут остановит? Остановит, в смысле. Так, ну что, вот менюшка у нас. Выбираем максимальную скорость 3 и просто начинаем лететь по мосту. Шикарно, автомобиль валит. Пока что ничего не происходит такого. Например, в жопу десятки впендюрились. На огромной скорости. Несколько раз он переворачивается. И, наверное, снова его можно будет завести. Давайте это проверим. Такой своеобразный краш-тест на огромной скорости. Вот. Как мы видим, все в порядке. Он садится спокойненько и едет дальше. Все отлично, автомобиль едет. Давайте снова попробуем. Я разгонюсь только здесь уже на второй скорости, чтобы это было как-то лучше, интереснее. Все. Вот здесь она уже наглухо может заглохнуть. Но ничего страшного. Вот это главное, что дверь целая осталась. Давайте попробуем сейчас сигануть на третьей скорости, чтобы окончательно добить наш автомобиль. Так, она уже без колеса. Это уже хорошо. Давайте посмотрим, что будет, если я стартану еще раз. Нормально ее так, как бы, жизнь потрепал. Ну, давайте еще раз попробуем. Посмотрим, как будет деформироваться корпус в дальнейшем. То есть, на что как бы она способна. Так, меню. Выбираем максимальную скорость 3. Снова ломаем этот автомобиль. Так, назад. Вот, в нас еще стреляют параллельно. Интересная ситуация. Второе колесо никак ничего не отлетело, просто это так, визуальные, наверное, эффекты в мафии, что колеса отлетают. Но я обычно до такого дела не доводил автомобиль. Так, вот, он в нас стреляет, но нас из автомобиля он почему-то не пытается вытащить, я не знаю почему. Как-то все очень это странно выглядит. Давайте посмотрим, заведется ли эта машина или нет. Починить двигатель. Мы же знаем, что эта приора очень живучая, да? Поэтому сейчас сядем в нее и поедем. Во, шикарно. Она едет. Но очень медленно, без двух колес. И он еще как-то может ей поворачивать, прикиньте. Вот это я понимаю, тюнинг.
Давайте попробуем все четыре колеса, чтобы они сломались. Сейчас я доеду. Ну давай. Придется, наверное, здесь уже методом... Вот так вот, первая скорость. Ого, как она подлетает. Сейчас остановится. Я попробую снова взлететь на этой тачке. Ну что ж такое-то? Ну менюшка почему не вызывается? Видимо, я настолько тачку раздолбал. Так, выбираем третью скорость. Там какую-то тачку сбил, вот она летит. Экстремально. В принципе, давайте попробуем лобовое столкновение. Так, вот с десяткой было лобовое столкновение серьезное. Наш персонаж вообще никак не пострадал. Ну вот, потому что он как бы манекен. Ну вот она летит. Наша орка-приорка. Вот так выглядит вид от первого лица. В принципе, ничего больше интересного не происходит. Давайте попробуем ее завести. Заведется ли она в этот раз? О, все в порядке. Значит, можно снова ехать. Разворачиваемся. Ну-ка, вперед. Поедет ли она вперед? Блин, по нам полицейские ездят словно как по трамплину. Вы это видите, да? Не, ну она едет, и это классно. То, что в мафии автомобили в принципе неуязвимы. Это вот сейчас я доказал это. Ой-ой-ой-ой-ой. Задний ход. Ну что же поделать-то, а? Она вот даже сейчас может поворачивать спокойно и выезжать. Это говорит о многом. Давайте вот здесь вот сиганем. Так. Возьму, выберу третью передачу. Все, вперед. Неплохо она. Сдеформировалась, все. Покончим с этой тачкой. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Михаил Супер. Еще увидимся, а капитан Шестеркин снова будет присматривать себе автомобиль.